Всем привет! Меня зовут Геннадий Корнеев. Я занимаюсь изучением национальной истории, традиций, обычаев и культуры. Сегодня я расскажу вам уже в видеоформате о том, владыка камней, калмыцкое имя. Калмыцкие личные имена – тема весьма малоисследованная. Основными работами, посвященными этой теме, считаются книга Анатолия Шалхаковича Кичикова «Югинтус-Кюйгы» и работы Михаила Башаевича Манраева по семантике калмыцких имен, выдержавшие несколько изданий в наше время. Не знаю уж, насколько эти книги доступны широкому читателю, но кое-что из них будет очень познавательно. Широко распространено у калмыков имя Дордже. Оно заимствовано нами из тибетского языка, в котором имеет значение алмаз или особый ритуальный скипетр ваджра. Судя по слову ваджра, понятно, что сами тибетцы взяли его из санскрита и лишь перевели на свой язык. До по-тибетски значит камень, а дже или рдже – властелин или владыка. Индусы алмаз знали и ценили, а тибетцы нет. Наверное, в горах находить или добывать его очень сложно. А потому слово санскритское ваджра перевели совсем поэтично – дордже или владыка камней. В наш язык слово это проникло в трех разных формах. От санскритского слова ваджра через тибетский письменный в виде базр, у калмыков есть такое имя. Через древний уйгурский в форме ачир, ваджра, ваджир, вчир, очир. Это слово представлено и в калмыцком языке в виде имени ачир и в виде обозначения ритуального предмета ваджра. Вдобавок к этим словам мы заимствовали и тибетское слово дордже, о котором говорилось ранее. Таким образом, те калмыки, которые носят имена базр, очер и дордже, тезки, ведь слова эти описывают одно и то же понятие. В завершение нужно добавить еще один интересный факт, который зафиксировал в 19 веке известный монголовед Алексей Матвеевич Позднеев. Калмыки, писал он, именем базр нарекают преимущественно мальчиков, а очер – девочек. Чтобы не быть голословным, приведу реальный пример. Профессор ГУ Ачир Джагаевна Мукаева и доктор философии Базар Александрович Бичеев. Хотя, разумеется, эти примеры сегодня больше исключения из зафиксированного Алексеем Матвеевичем Позднеевым правила, так как в Калмыкии современной много достойных парней с именем Ачир взять хотя бы Ачира Тербатаева. Субтитры сделал DimaTorzok.